эфире самый мужской выпуск программы «Автопанорама», посвященный 23 февраля. Здравствуйте! Экипаж «Автопанорамы» на своих рабочих местах. За рулем, как всегда, пилот программы Вадим Овсянкин. А с картами разбираюсь я, штурман Сергей Мурашко. Сегодня в специальном мужском выпуске «Автопанорамы» проверим, каково это – ездить в настоящем танке. Далее посмотрим, что из себя представляет бронепоезд. И в рубрике «С конвейера» сделаем подборку дорогих и брутальных мужских автомобилей. Как вы уже могли догадаться, в специальном выпуске «Автопанорамы», посвященном Дню защитника Отечества, транспорт будет не гражданским, а военным. Когда А-класс уже пройден, а С и Б-класс уже нечем нас удивить, остается только С-класс. Но если в С-классе вы чего-то не находите для себя, то есть еще класс бронетехники. Сегодня у нас в рубрике «Бронетехника», а именно танк ПТ-76. Даже пробирающий до костей холод не смог затмить восхищение от исполнившейся мечты любого мальчишки – почувствовать себя командиром огромной боевой машины. Этот танк был принят на вооружение в 1951 году. Всего их было выпущено 3039 штук. Бывают разные танки. Большинство из них, конечно, ездят по суше. Но сегодня в рубрике у нас представлен танк с аббревиатурой ПТ, то есть плавающий танк. Поэтому это само за себя говорит, что танк может покорять и речки, и моря. Брутальный внешний вид, шумный звук мотора и поворотная башня. Уже с первого взгляда танк вызывает устрашение, даже не производя выстрелов, а ведь он способен на большее. Обозначение ПТ-76 расшифровывается как плавающий танк с 76-миллиметровым орудием. На плаву он перемещается при помощи гидрореактивного водометного двигателя. В мирных условиях командир танка может вести наблюдение за местностью, стоя в открытом люке. Как и в любом автотранспорте, есть различные комплектации. Если, допустим, в автомобилях можно похвастаться кожаными сиденьями, подогревом салона, то здесь этого, конечно же, не будет. Но здесь вы можете добавить дополнительные листы для бронезащиты, плюс дополнительный пулемет наверх. И это даст вам не только красоту самой техники, но и преимущество, естественно, над соперником. Легкий плавающий танк ПТ-76 оборудован тремя перископами, которые размещены во вращающейся башенке командира. Приспособления смонтированы плотно и обеспечивают качественный обзор довольно узкого сектора. Приборы имеют пятикратное увеличение. Для вождения в темное время танк оборудован бинокулярным прибором ночного видения. От механиков-машинистов этой амфибии мы смогли узнать интересные конструктивные особенности модели, а именно, водометные двигатели обеспечивают хорошую скорость и маневренность на плаву, а также высокую проходимость по водоемам, заросшим кустарником, камышом и водорослями. Давление гусениц на грунт позволяет танку преодолевать сильно заболоченные участки, а при наличии воды может быть дополнительно использована тяга, создаваемая водометами. Внутри танка достаточно просторно. Этот танк рассчитан как раз на трех человек. Это машинист-механик, механик-наводчик и командир. По большому счету, силовой агрегат рассматриваемой амфибии является модернизированным мотором танка Т-34. Коробка передач также заимствована у этой модели. Установка гидроамортизаторов при наличии индивидуальной торсионной подвески обеспечивает высокую плавность хода, что повышает среднюю скорость движения и меткость стрельбы с ходу. Максимальная скорость движения по шоссе составляет 44 км в час, на плаву – 10,2 км в час. Запас хода по шоссе – 370 км, на плаву – 120. Расход, кстати, у этой модели не маленький и составляет 1,5 литра на 1 км. Надеемся, мы смогли передать вам тот трепет перед мощью боевой техники, который испытали сами. Эти стальные исполины теперь находятся на почетном отдыхе. Самое главное, чтобы единственными боями, в которых им еще придется побывать, были только показательные выступления перед восторженной публикой.
Далее в программе посмотрим, что из себя представляет бронепоезд. И в рубрике «С конвейера» сделаем подборку дорогих и брутальных мужских автомобилей. В этом сюжете мы расскажем о конструктивно сложной и малоизвестной, но очень интересной военной технике. Она была грозной силой в годы Гражданской войны и внесла свою лепту в ход боевых действий Второй мировой, даже несмотря на то, что к ее началу порядком устарела. Для победы во Второй мировой войне были задействованы различные виды транспорта. Это и автомобили, и танки, самолеты. Но также немаловажную роль играли и поезда. Они доставляли и боеприпасы, доставляли людей, доставляли технику. Ну и немаловажную роль, конечно же, играли бронепоезда. Одним из вариантов сейчас происходит реконструкция, и в скором времени мы можем увидеть настоящий бронепоезд. Это аналог такого же, который участвовал во Второй мировой войне. Нам почти ничего не известно о бронепоездах. Вероятно, это было вызвано тем, что основным транспортом, который вытянул на себе всю войну, были танки и самолеты. А может быть, особенности применения бронепоездов не позволили им завоевать такую же известность. Но несмотря на это, на протяжении всей Великой Отечественной войны бронепоезда активно участвовали в боях и совершали подвиги. Бронированный локомотив обычно располагался в середине состава. Благодаря этому бронепоезд имел меньше шансов лишиться паровоза из-за заложенной на путях взрывчатки. Иногда на бронепоезде устанавливалось оружие. Почти всегда это были пулеметы «Максим». Основной, а порой и единственной задачей бронепоездов в ходе всей войны была поддержка подразделений, действовавших вблизи железнодорожных путей. Порой бронепоезда становились и средством перевозки десанта, но подобные задачи ставились не так уж часто. Тем не менее, даже такая банальная работа, как огневая поддержка подразделений, наглядно показала эффективность бронепоездов. Сегодня тяжело найти бронепоезд тех лет в хорошем состоянии. Многие экземпляры либо попали в металлолом, либо были модернизированы. В Беларуси строится свой бронепоезд, на котором будет локомотив, зенитная пушка и многое другое. Его мы сможем увидеть уже в скором времени на линии Сталина, а пока идет сборка и подготовка для дальнейшей обработки. Сейчас мы как раз находимся на месте, где будет происходить реконструкция и будет совершенствоваться и создаваться новый бронепоезд. За моей спиной вы как раз видите начало, то есть оно будет обшиваться дополнительно листами, будет подключаться еще локомотив, и мы в скором времени увидим настоящий военный бронепоезд. Прицепные вагоны будут отделаны листами жести, которые будут напоминать бронированную ткань. При производстве бронепоезда будут использоваться не только башни, но и верхняя часть бронекорпуса танка Т-34. Так что скоро любой желающий сможет на время стать членом экипажа подвижного состава воинского поезда. Далее в программе сделаем подборку дорогих и брутальных мужских автомобилей. Итак, самые брутальные автомобили 2018 года. Накануне 23 февраля непременно хочется обратить свои взоры на настоящие, так сказать, мужские средства передвижения, которые являются средоточием мускулов и мощи. Видное место в хит-параде настоящих мужских авто занимает детище немецких конструкторов отделения Mercedes-Maybach, которые в минувшем году поставили на колеса настоящий монумент, если не сказать глыбу. Это внедорожник G650 Landaulet с почти полуметровым дорожным просветом и максимальным комфортом для седоков на заднем ряду да под открытым небом. Под капотом Исполина скрывается битурбированный V12 объемом 6 литров, мощностью 630 лошадиных сил. Также вездеходу достались портальные мосты. Всего на свет появятся 99 единиц таких внедорожных кабриолетов.
Конструкторы Bentley из английского Crew при участии специалистов придворного ателье Mulliner подготовили самую роскошную версию кроссовера Bentayga, которая от стандартной отличается хромированными решетками воздухозаборников в переднем бампере, двухцветной окраской кузова, а также оригинальными 22-дюймовыми колесными дисками с вращающимися вставками в центральных колпачках. Передние и задние сиденья тут получили отделку кожей разного цвета, появились вставки из древесины черного грецкого ореха, а в центральной консоли – охладитель для бутылок с отсеком для льда с подсветкой. Впрочем, в гараже настоящего мужчины должен быть не только внедорожник или пикап. Обязательно наличие и гиперкара. Вот он, король автострад. Могучий Bugatti Chiron. Новый гиперкар конструкторов из французского Мальсема. Настоящий шедевр инженерного и дизайнерского искусства. На самом деле, это мечта каждого дизайнера, мне кажется, участвовать в таком проекте. И в начале проекта было 13 предложений по дизайну. 13 макетов. И мне посчастливилось, мой проект выбрали. И мы построили после этого один к одному макет, который тоже очень понравился руководству. Дизайн был согласован года 3 назад, то есть по общим объемам, по темам, по развитию скульптуры все было согласовано года 3 назад. И 3 года заняла работа по производству, по подготовке машины к производству. Оснащается он 8-литровым мотором W16, отдача которого достигает невероятных 1500 лошадиных сил, а крутящий момент – сумасшедших 1600 ньютон-метров. На подходящем прямике Chiron способен разогнаться до максимальных 420 км в час. Все зависит от смелости сидящего за рулем. А вот и последняя новинка от Ferrari. Это купе-кабриолет со звучным именем Portofino. Автомобиль так назван в честь одного из итальянских курортов на Лигурийском побережье. Под капотом тут располагается турбированный V8 объемом 3,9 литра, развивающий 600 лошадиных сил и 760 ньютон-метров крутящего момента. На разгон до 100 км в час новый Ferrari тратит 3,5 секунды. Заявленная максимальная скорость – более 320 км в час. Из прочих особенностей итальянской новинки – электроусилители рулевого управления, подвеска с адаптивными амортизаторами и задний электронно управляемый дифференциал третьего поколения. Заклятые соперники Ferrari из Санта-Гата-Болоньезе, Lamborghini, также подготовили открытую всем ветрам и еще более быструю новинку. Это обновленный вариант ростера Aventador, обозначаемый литерой S. Оснащается спорткар двумя съемными карбоновыми панелями крыши массой менее 6 кг, полноуправляемым шасси и модернизированным атмосферным V12 объемом 6,5 литров, который выдает 740 лошадиных сил и до первой сотни разгоняет ростер всего за 3 секунды. Максимальная скорость открытого Aventador S достигает 350 км в час. Как видим, единого определения настоящего мужского средства передвижения не существует. Одни из них могут ездить очень быстро и радовать управляемостью, другие дарят свободу и способны носить грязь не хуже армейских вездеходов. С праздником вас, мужчины! И, разумеется, только достойных автомобилей в гараже. Сегодня все. До свидания. Будьте внимательны. Ну и самое главное, чтобы наши вооруженные силы всегда держали порох сухим. Счастливо! До встречи в следующей программе. Берегите себя и, конечно, свой автомобиль.